Всем привет, с вами сегодня я, Бокси360, и сегодня это видео, можно сказать, даже, оно у меня 0.30, оно у меня 1 час ночи и 36 минут, я его снимаю вот в этот день, и сегодня я хочу вам показать мои нарисунки, но это будет пока что первая часть, я вот сюда вот себе сердечко нарисую. Пока что будет первая часть моей рисунка. Ну да ладно. Приступим. Вот так вот у меня выглядит моя лицевая сторона. Тут котик летает на шариках, а весь этот остальной мир наркоман. Дальше у меня тут елочка и написаны рисунки. Первый рисунок — это у меня вот такой вот вампирчик. Он клёвый, потому что я его рисовала. Я его рисовала 20 ноября 2016 года. Дальше у меня 22 ноября 2016 года. Котик такой вот маленький. Ну, его, наверное, точно офигеть, потому что я его сам рисовала. И это вот такая-то немножко. Смотри, лапочка, это я понимаю, это я. Я его рисовала сегодня. И я свою подпись поставила. Ну и последний рисунок, это у меня еще вот столько, вот много чего рисовала. Еще у меня вот последний рисунок, это вот такая клевая баночка. Ну это видео очень маленькое. Пожалуйста, не судите строго, видео очень маленькое, я хотела для вас. Завтра будет субботний стрим как раз, завтра будет субботний стрим, я буду снимать субботний стрим, как мы будем играть в Майнкрафт. Майнкрафт будем играть каждый субботний стрим. Каждый субботний стрим мы будем играть в игры. Ну, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами сегодня я, был Бокси360. Пока! Не забывайте ставить лайки!